Всем привет, дорогие друзья! Это XBT.com и передача XBT Live. И мы сейчас на стенде компании Cooler Master. Компания Cooler Master аж 25 лет случилось. У них здесь написано, что у них юбилей 25 лет. Давайте посмотрим, что интересного у них появилось. За это время они разработали много-много разных корпусов, в том числе корпус под названием «Космос». Возможно, вы о нем знаете. «Космос» выпустили в новом варианте с закаленным стеклом, как это сейчас модно, и также закаленное стекло, мало того, изогнутое. Это мы видим достаточно редко. Ну, конечно, в корпус влезает все что угодно, много места, алюминий, пластик серый в каких-то местах, шасси алюминиевое и тому подобное. Это «Космос 2». Anniversary Edition, то есть юбилейный, можно сказать, выпуск. Всего хватает. Космос C700P – это как бы такое переосмысление космоса. Он же открывал это как-то. А, вот точно. Крышка открывается легко. Здесь можно что-то модерствовать, положить сюда какие-то светодиодные ленты, по-разному вешать совершенно блок питания и тому подобное. То есть это вот флагманский корпус от компании Cooler Master. Пойдем посмотрим теперь на их другие корпуса покомпактнее. Тут, видите, безумное совершенно количество народу, но тем не менее. Итак, Master Box. Master Box – это вот такие вот корпуса, которые очень простенькие. А к ним потом можно будет, ну, то есть, видите, здесь ITX влезает с трудом. В основном для мини-ITX, они простенькие, а потом вы раз докупили какую-то штуку и сделали себе вот такой вот корпус, сверху что-то наляпали. Или даже говорят, что можно брать специальные чертежи и распечатывать все это с помощью 3D-принтера. То есть повесили, проапгрейдили корпус. Или проапгрейдили корпус еще сильнее, вот таким вот образом, например, добавив сюда еще всяких светодиодов. Ужасных, простите, прекрасных светодиодов, конечно же. Нельзя говорить, что они ужасные. Добавили и поставили корпус на угол. Вот еще есть вариант такого корпуса. Просто немного в размере побольше. Это называется Master Box K500L. Он может быть с таким вариантом, а может быть в варианте Mesh, так называемый, то есть с решеткой. Пока не знают в компании Cooler Master, в каком варианте будет более популярно, поэтому просто поставили здесь, говорят, посмотрим, что будет лучше продаваться. Master Box MB600L, простой корпус, но вот здесь вот алюминий спереди, алюминий всем нравится, красиво выглядит, довольно брутально, ну и такая коробка, в общем, достаточно скучная, но здесь есть какие-то такие красивые пластиковые красные вставки. С другой стороны, от пластиковых вставок давайте посмотрим. Тут много-много народу, всем хочется на Cooler Master. С другой стороны, вот тут вот у нас стекло. Вот оно. Это Master Box MB600L. Также Master Case H500P. Вот такой вот. Но, честно говоря, мне он не нравится. Здесь основная фишка, что 200-миллиметровые вентиляторы, две штуки. И сверху еще 120-миллиметровых, конечно же, извините, вентилятора, или 240-миллиметровых. В остальном все как всегда, то есть можно, есть много места, с этой стороны закаленное стекло. В последнее время все просто месторождение этого закаленного стекла явно отыскали, потому что оно появилось у всех. Поехали дальше, и у нас здесь блоки питания. Блоки питания компании Cooler Master достаточно известны. Здесь ничего такого особенного. Можно выделить, пожалуй, только вот этот вот Light Full Modular, простите, пожалуйста, от 400 Вт. При этом это 80+, то есть это даже не бронза. Но если вы хотите собрать бюджетный ПК, и чтобы внутри у вас не болтались какие-нибудь провода в промышленном количестве, то на этот блок питания можно обратить внимание. Также они используют специальные вот такие вот черные провода. Ой, я что-то все сломал. Используют черные провода. Черные провода – хорошие провода, обычные желтые провода – дешевые провода. Поэтому в дешевых блоках питания типа MWE используются обычные провода, и эти уменьшают, черные провода уменьшают потери. Есть вариант бронзы, Gold и Gold M.
что еще более круто? Провода черные будут еще вот в такой вот оплетке. Ну, это по поводу блоков питания все. То есть у Cooler Master хорошие блоки питания. Мне больше всего нравится то, что есть вот недорогой, но модульный. Это какая-то такая ниша, которую надо бы занять. Дальше у нас по плану вентиляторы, точнее кулеры. Поехали. Обратите внимание, у них есть новые вентиляторы с RGB, при этом они совместимы с Asrock, с Asus Aura, с MSI Mystic Light, то есть со всеми технологиями, которые есть у материнских плат. Мало того, если материнская плата не поддерживает управление светодиодами, то есть специальная дополнительная вот такая вот штука, такое подключающаяся к материнской плате, и с помощью ПО Cooler Master можно уже управлять LED-подсветкой отдельно. То есть либо материнская плата поддерживает, либо если материнская плата не поддерживает, есть специальные дополнительные ПО. Дальше Master Air Maker 3LV. Как вы знаете, обычно тепловые трубки вот заканчиваются. В какой-то момент здесь тепловые трубки объединены. Это пока еще концепт. Непонятно, насколько он хорошо будет работать. Тем не менее, компания Cooler Master считает, что когда-нибудь вот так вот объединение тепловых трубок будет популярным. И еще один концепт – это что никаких больше тепловых трубок, все просто делается с помощью радиаторов, и только внутри, там где-то в глубине, есть огромная тепловая трубка, идущая по кругу. Честно говоря, я даже не вижу, где это здесь находится, но, видимо, она там спрятана. Это все концепты. С концептами постепенно заканчиваем. Поехали, давайте я его остановлю, поехали к клавиатурам. Ну и напоследок немного по поводу клавиатур. У них отличный слоган LED that don't suck. Мне кажется, в этом что-то есть, потому что очень сильно сверкает много где LED. Есть клавиатура MasterCase Pro S RGB, вы про нее знаете. У них появился MasterCase S, здесь нету подсветки, но при этом очень крутые капы, очень плотные, очень приятные на ощупь. Есть вариант без дополнительного цифрового блока и вариант с цифровым блоком. Это все мембранки. И обратите внимание, MS-120 вроде как мембранка, но при этом она щелкает почти так же, как механика, ощущается как механика, а внутри мембрана, поэтому стоит достаточно дешево. Комплект вместе с мышью достаточно быстрой. Я, к сожалению, не помню, сколько у нее DPIF, потому что этого мне, наверное, не сказали. Тем не менее, комплект с мышью будет стоить около $100, при этом здесь есть полный RGB. При этом здесь есть дополнительно мышка и возможность переключать с помощью FN разные уровни подсветки. То есть вот, ну, не знаю, кому-то нравится переключать подсветку, когда у вас под руками все пляшет. Вот, красота же. И напоследок у нас здесь мышки MM530 Performance и MM520. Основная фишка, то, что кнопки сделаны из PBS, то есть это не крашеный пластик, а уже он сразу нормальный, то есть внутри есть пигмент, и ничего не сотрется. Ну, вроде на этом все. Точно, не все. Будет флагманская модель, вы ее вот сейчас видите, к сожалению, она под стеклом, поэтому пощелкать я по ней не могу, я подозреваю, что это на самом деле не настоящая клавиатура, а только ее концепт. Здесь у нас черевские свечи, полностью RGB, и снизу палмрест магнитный, можно подключать, и снизу еще есть всякая подсветочка. Вот теперь уже точно все. Это было xbt.com. Это было xbt.com и со стенда компании Cooler Master. 25 лет исполнилось компании Cooler Master. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Это ixbt.com напрямую из Тайпея. Расскажите, как вам всякие девайсы, как вам корпуса от Cooler Master, как вам их блоки питания, ну и прочая техника. Пока!